места я первый записал, вот мы все учились в разных местах, да, в разных местах. Понятно, что эти места все отличаются друг от друга, понятно, что обучение отличается, но что конкретно вас вот мотивировало в тех или иных местах? Вот, к примеру, давайте начнем с Талгара. На самом деле, вот, честно говоря, я туда ездил не потому, что там мне какой-то профессор понравился и целенаправленно туда. Нет, на самом деле, я вот поехал, я знал, что там хорошие профессора, но мне в то время надо было что-то поменять в жизни. И я хотел какой-то... Шанхай для тебя был такой, такой один из способов поменять кардинально свою жизнь. Да. Выйти из зоны комфорта. Да, выйти из зоны комфорта. Я вообще хотел... Вот в то время я вот думал, хоть куда, но... То есть где-то мир увидеть вообще-то. Даже если там меня этот пригласили в Москву, я, наверное, в Москву улетел бы. Но... Мне повезло то, что я этот получил грант, и это для нас это вообще это очень хорошая возможность, то есть для таких людей, как я, потому что там получается оплачивает полностью учебу, плюс еще стипендия, ну короче, ты живешь и не думаешь о материальных каких-то проблемах. Вот это самое главное, мне кажется, и там предоставляет еще общагу бесплатно. Вот. Да, это самое главное. Да, это бесплатно общает. Потому что в Шанхае там арендовать квартиру стоит где-то $1000. Да, там дорогое, да. Пока я был здесь, я думал, что я очень хорошо ланцевист. Но, да, я поехал туда, а там, оказывается, очень хороший ланцевист, очень много. И появилась такая конкуренция очень сильная. И я вот по своему характеру, я вот когда вижу, кто-то лучше меня играет, мне хочется еще лучше играть. То есть вот эта конкуренция, идея конкуренции у меня вся это зародилась у меня внутри. Это вот там это... началось, да? Ну, вообще характер у меня изначально был, а вот когда я туда поехал, это поспособствовало моему развитию. Я чувствовал то, что я вот нахожусь в Шанхае, типа, мне нужно реально учиться сейчас, и для этого у меня все есть. То есть я в материальном плане, я вообще... Ну, то есть мне просто нужно было кушать и спать, и все. А вот скажи, пожалуйста, вот ты поехал как иностранец, да? У тебя уже была возможность там сравнить нашу музыкальную ментальность, да, какую-то, ну, скажем так, на таком хорошем уровне и их такую ментальность. Да. Есть ли какое-то отличие или бы наоборот, какое-то сходство? Есть. Да. Китайцы, они реально вот больше на технику обращают внимание. Я не говорю, что это плохо или хорошо, но это так. То есть там даже на экзаменах, то есть на первом курсе у нас есть эти технические экзамены, вот, они играют капец так быстро играют. То есть метроном ставим на 60, это получается секунда, да? Так. И тара-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 тара, вот так, гамма вот так играет. У нас таких требований нет на самом деле. Вот. И там арпеджио тоже. Вот так. И это как-то, знаешь, дает какую-то... Мотивацию? Да, толчок. Что ты начинаешь больше заниматься, ты хочешь быть наравне с этими ребятами. Вот. А у нас тут, я понимаю, то, что у нас реально тут очень музыкальных много. То есть реально вот у них душа поет. Ну, я не знаю, может, это из-за личных каких-то проблем, или там человек такой, или ленивый. То есть не у всех в техническом плане хорошо получается. Мне кажется, отношение еще немножко другое у нас. Ну, тот же, наверное, планка, наверное. Планку ниже поставили, и поэтому никто так сильно не старается, наверное. Это же еще все с детства идет, как бы база должна быть очень хорошая. Ну, может, это и среда еще. Ну, ты же хорошо играешь, ты же здесь училась. Поэтому я говорю, типа, наверное, индивидуально какие-то тоже проблемы есть у людей. Ну, да. Тут же, как бы, в Китае вообще отношение к преподавателям, как вот к сенсею, он самый, да, вот, высший, это, как кстати, бы, да. Вот, а у нас же вообще правда не так. Ну, как бы, у нас к учителям такое отношение, как бы, даже детей пальцем тронуть нельзя сразу. Жалко. Родители возмущаются. Ну, там, видишь... Это неправильно, я считаю. Там... свой социализм. Такое. Поэтому у них как-то сохранилось вот это вот.
Даже вот все же говорят, там, Серик Марович, там, вот в наше время, там, к учителям относились как там к Богу, там, ну, вообще, короче, все, что они говорили, они делали, без никаких лишних вопросов. То же самое сейчас, на самом деле, в Китае есть. Поэтому сейчас в Китае все маленькие детки, они очень технические, в техническом плане они очень развиты. То есть они просто шпарят вообще туда-сюда, там все на всех этих юношеских конкурсах, там, как минимум 2-3 китайца там берут как минимум второе или первое место. Это всегда так было, я думаю, и, наверное, будет еще некоторое время. Но думаю, то, что иногда вот эту систему нужно все же менять. То есть не всегда будет то, что вот как бы китайцы, азиаты, да, как бы в целом, то есть они должны всегда выигрывать первые места, гран-при. Я думаю, вот именно в музыке важна душа. В музыке важна сама музыка, а не 16-е, а не вот эти тогда всякие встречный пассажи. Вопрос, как ты будешь тогда судить этих ребят? Нет, на конкурс. Это понятно. То есть сейчас, как бы, если говорить уже как бы обобщенно, да, я вот очень много тоже слушаю разных конкурсов, да, вот сейчас, допустим, проходит конкурс Третьякова, я вот сейчас слушаю ребят, и я понимаю то, что нет индивидуальности, то есть все играют одинаково, то есть есть те, которые мне запомнились, это те люди, которые действительно играют с душой, которые действительно играют музыку, где есть как бы уже такое вот серьезное отношение. То есть это не то, что сыграть все как написано в нотах. Это... Ну, возможно, техника сменилась ранее, раньше, да? Раньше, назад. А сейчас больше. Сейчас вот уже, я думаю, то, что, конечно же, нужно же выделяться, да. Она, на самом деле, Раиса Кожебекна тоже очень часто об этом говорит, то, что как бы техника уже не так. Она должна быть, ну, как бы, без неё. Это, да, это база, без техники. Как бы, это, конечно, да, это то, что должен владеть каждый музыкант. Да. А вот уже как исполнять... Неоспоримая вещь. Конечно, да. Как исполнять и как уже преподносить себя на сцене, вот уже, да, как солиста, как человека, который вот действительно выходит на сцену, он уже играет уже такие вот красивые важно произведения. Важно иметь свою интерпретацию. Обязательно, да, да, обязательно. Да. Интерпретация – это главная вещь. Вот поэтому, мне кажется, чаще всех сейчас приглашают там Кавакаса, да, там, кто еще это? Там Миша Майский, вот у него прям реально свой стиль. То есть, когда он играет, ну, я не говорю, что он все идеально играет. У него есть свои там, ну, кое-какие мелкие, там, где-то может сфальшивить. Ну, то есть, это нормально. Все фальшивые. Это допустимо, это допустимо. Это допустимо. Но на самом деле он знаешь, он больше передает ту энергию, которую закладывает, наверное, в музыку. Ну, он передает какой-то смысл в этом. Да. Как-то он не просто вот играет вот эти все чисто, все красиво, все идеально. Он его интересно слушать. Да, его интересно слушать. Я вот рассказывал тебе, да, раньше, Марти Роузи давал концерт в Шанхае. То есть он, получается, все отделение, ну, полотделение он сам играл. Он играл Дебюсси сонату. У него, он человек в возрасте, у него там были какие-то там, ну, лишние какие-то там, ну, задевал где-то, ну, все его так слушали, просто интересно это было слушать. То есть буквально, знаешь, весь зал просто сидел вот так. Хотя я вот как в техническом плане, я могу сказать то, что у него были проблемы, но он так интересно играл, что вот эти технические проблемы были вот, никто не думал даже об этом. Вот. Мне кажется, вот это есть свой стиль. Вот человек играет интересно, и это на самом деле берет за душу. Да. Ну, давайте мы тогда посмотрим на Европу. Да? Тот же самый вопрос. Что вас мотивировало туда именно поступить? На самом деле, здесь как бы все ясно. Я поехала в Зальцбург. Я учусь в университете Моцартел. Как бы у профессора Пьера Маяля. На самом деле, я поехала в Европу, наоборот-таки, из-за профессора. Да, то есть как бы получать новые знания, новый опыт. На Моцартеум для меня это как бы идеальный университет, я думаю. Я благодарна, конечно, вот родителям, также Аире Скужебековне, что она меня направила как бы к этому университету, к этому профессору. Вот. Я как бы
Мне там все нравится. Я обрела себе там новых друзей. Нет планов там остаться? Нет планов там остаться. Довольно-таки сложный вопрос, потому что раньше, конечно, я думала то, что я останусь, да, конечно, мне там нравится, как бы есть даже те люди, которые заинтересованы как бы в продвижении моей карьеры, да, и есть те люди, которые вот хотят со мной музицировать, мы уже думали как бы создать там трио, тот же квартет, ездить там, как бы стать такими, да, но это как бы, наверное, были такие вот мечты, такие вот мысли, но сейчас у меня, наверное, я больше склоняюсь к тому, что все же я хочу приехать сюда, в Казахстан. После учебы я хочу, так скажем, наверное, делиться своим опытом, своими знаниями, которые я получила там же, вот, допустим, с нашими детками, быть может быть, концертировать, продвигать нашу классическую музыку уже на новый уровень, на другой уровень. Я думаю, в этом наша участь, то, что вот наши родители отправляют нас за границу, как бы, да, вот в новую среду, вот как чтобы бы в новое место. Уже чтобы, конечно, да. конечно. Я думаю, это, наверное, такое. Это тоже моя мечта. Тоже, да? Это очень правильно. Знаешь, я лично сам хочу, чтобы из Казахстана да. сразу могли сразу какой-то выйти на мировой уровень. Конечно, то есть да. Сейчас в основном так делают. То есть в Казахстане базу получают, потом где-то за рубеж поступает какой-то университет за рубежом. И потом там как-то они выступают на конкурсах или там где-то получают какие-то призовые места и становятся знаменитыми. Оттуда, да? То есть там это как будто трамплин для таких музыкантов, для построения карьеры. А хочется сделать, чтобы так сразу, как, то есть как в Китае или там в Южной Корее. То есть там сразу приезжают на какие-то мировые конкурсы, забирают места и обратно там в свою родину. Да. Да. Это люди, очень даже да, логично, умно. Это классно, это то, что там и свой стиль, наверное, уже появляется. Да, да, конечно. То есть у нас, наверное, тоже у тебя такое есть, да, когда каждый раз, когда вот уезжая отсюда, допустим, из родного дома, да, вот уже когда ты едешь в аэропорт, когда ты уже понимаешь, все, тебе сейчас обратно улетать на учебу, всегда в сердце такое, о, я не хочу, я хочу остаться да. Здесь, я хочу быть с семьей, с родными, с друзьями. А но когда ты понимаешь, так что ты все же. Есть важная миссия. Конечно, конечно. Конечно. Ты все же туда едешь учиться, как бы все же работать, да, потому что же это как бы тоже работа. И, соответственно, у тебя нет. Все же я должна, конечно же, взять себя в руки и вперед. Да. Да. А вот смотрите, вот я задал вопрос Бахжану, говорю. Талгару. Талгару этот. Вот такой же вопрос. Чем мы ментально отличаемся? Мы как музыканты. Ну, я просто рискну предположить, что в Европе все гораздо свободнее, чем у нас здесь. Да. Мне кажется, что у нас строгие рамки какие-то, и зачастую фальшивые, может. Есть такое, тоже имеет место быть. Я думаю, мы все же, мы многим чем отличаемся по сравнению с Европой. Вот как бы я тоже, как бы, когда находилась там, я это все анализировала, думала, интересно. Для себя я подчеркнула то, что вот мы отличаемся, наверное, нашим отношением к музыке. Наше отношение к музыке, оно у нас то, что в частности, я не говорю это обобщенно, но все же, да, мы думаем то, что вот мы должны играть, мы должны заниматься, мы должны это сделать, чтобы как бы чувствовать себя потом как бы свободнее, да, и все. А в Европе у них такое соотношение, то есть первое это у них хочу. Я хочу заниматься, а дальше я должна заниматься. То есть у меня чисто такое видение, то что я очень хочу, чтобы вот в будущем наши музыканты, да, чтобы хотели заниматься. Я думаю, это как бы такой вот главный фактор, но да. Самое главное — это желание, да, в первую очередь? Ну, в первую очередь это желание, конечно, да. То есть в Европе... Вы меня не спрашивали.
в Европе там люди, они, конечно же, вот, то есть, если судить как бы про себя, когда вот, допустим, утром я встаю, как бы, да, и когда я тянусь к инструменту, я тянусь довольно-таки не так, что вот я проснулся, я хочу заниматься, я беру инструмент и я играю. Mm-hmm. У меня такое, то есть я должна встать, я должна... Сериальчик там, посмотреть. Ну, как бы подготовить себя к тому, что я сейчас буду заниматься. Да, а у них такой настрой, то есть они встали, у них уже, то есть, все, сейчас я должен идти там в Моцартеум, сейчас вот у меня будет специальность, я как бы сейчас хочу там лишний раз поиграть до специальности, вот и уже как бы, да, идти уже и подготовленным нормально. То есть как-то у них все так проще, у них очень, то есть они немножко, я бы сказала, они вообще не заморачиваются. То есть вот к отношению к музыке, и мне нравится то, что они держат этот баланс, а вот, допустим, между как бы своей учебой и отдыхом. Стоит позаимствовать это, да? Конечно. Наверное. Потому что у нас, допустим, вот тоже если говорить про себя, допустим, у меня конкурс, я просто вычеркиваю все. Нет, не учёба. Учёба где-то, наверное, да. Я не знаю, можно такое говорить? Нет. Вот. Ну, то есть, как бы, в первую очередь я вычеркиваю, допустим, где-то встречи там, да, с друзьями, где-то, допустим, свои личные дела, где-то, допустим, посиделки с семьей тоже, да. То есть, если у меня конкурс, все, я практически вычеркиваю все, и у меня главная миссия — это заниматься, конкурс, я должна готовиться. А там люди могут заниматься, но при этом они находят время и грамотно его так распределяют, то есть они занимаются и отдыхают, соответственно, тоже очень хорошо. То есть на лайте все происходит. Все на лайте, да, действительно. И вот это вот очень... Продуманная работа. Конечно. Да, да. И этим я всегда, конечно же, восхищаюсь, когда я там, я всегда говорю, как вы все успеваете, как это так? Вот грамотное так. Управление временем. А, да. Ну, давайте же, Бек, может, у вас спросим. Почему вот, имея просто... Ну, у меня просто такой вопрос созрел, не поймите правильно. Вот, имея возможность уехать учиться за границу, вы выбрали, ну, наш казахстанский вуз. А с чем это связано? Почему вы так решили? Ну, учитывая, что вы тоже добились очень много, многих результатов, очень много концертов у вас было. Просто как к такому пришли решение? Ну, изначально после школы я, конечно, тоже думала, что уеду в колледж учиться, как бы за рубеж. Потом, уже будучи в колледже, думала, что бакалавриат я буду... в бакалавриате я буду учиться за границей, но... Меня обманули. Нет, я... Буквально на последнем курсе колледжа я для себя решила... Как бы я уже выбрала университет, я думала, что поеду учиться в... Государственный университет Вене, уже как бы думала, поеду преподавателя Антон Сорока, тоже очень, да, очень хороший скрипач. Но в последний момент я, ну, решила остаться здесь, так как... Люблю родину. Нет, ну я люблю родину, это безоговорочно, да. И, не знаю, я посчитала, что можно и магистратуру, как бы если... Заканчивать магистратуру за рубежом, как бы это же тоже котируется как высшее образование. Да, вот. И для меня просто 4 года это было слишком много. Вот. И я просто очень привязана к семье. Я не захотела оставлять здесь родителей надолго. Вот я посчитала, что я еще не доросла, да, посчитала, что еще не такая самостоятельная. Ну, кстати, вот. То, что вы говорите, не самостоятельно. Но я, честно, я вижу другой результат. Ну, я, то, что у вас есть хороший уже результат в творчестве. Вы очень много выступали. Но у меня четко сформулировано такое впечатление о вас, что человек уже занят своей карьерой. То есть, ну,
Да. У меня нет такого ощущения, что вы недоразвитый. Это было пару лет назад. У меня было тогда такое мышление. Ну, все хорошо. Сейчас как бы я уже готова, в принципе, уехать. Скорее всего, уеду. Как бы буду... Так что прощайте. Нет, ну... Это мой последний день. Нет, но в любом случае я собираюсь вернуться сюда, в Казахстан, на родину. У меня никогда не было мысли оставаться за границей, потому что здесь мой дом. Как бы, как говорится, где родился, там пригодился. Нужно, да. Нужно, ну, как бы наша миссия, считаю, это повышать культуру, да, уровень образования. Конечно. Кто этим будет заниматься, если не мы? Если да. Конечно. Вот, да. Кстати, вот хочу добавить то, что в Китае раньше... Вообще, ваш университет, ну, то есть, ну, можно сказать, наш казахстанский университет, да. Да, славится тем, что мы часто отправляем наших студентов за границу с гастролями, да? Да. Да, и, ну, не секрет, что наши уже друзья там по 50 стран уже посетили. И вот такой вот вопрос назревает. Вот. Скажите, почему важно гастролировать? Понятно, что это много что дает нам, а вот именно как для личностного роста, личностного такого исполнительского роста для музыканта, чем полезны гастроли, по-вашему? И какие истории, может, у вас были интересные на гастролях? А у нас же век, допустим, в таком случае очень много интересных историй. У нас каждой гастроли, каждая поездка — это интересная история. Да. Мы же чаще всего ездили ансамблем скрипачей. Да, да? Вот, да. Я лично в ансамбль скрипачей буквально, играя с 4 лет, попала в ансамбль с 5 лет, так что, да, большой стаж там. Примерно то же самое, да. Вот, и мы выступали как и на фестивалях различных, так и... На правительственных, да, таких правительственных вот концертах. Вот, да. Мы с Ахвиле выступали перед королем Иордании. Да. Выступали перед принцессой Монако из Швейцарии. И да. Перед вот очень такими высокими людьми. Это да. Это да. Да, это да. Вот то, что... Толгар, можешь еще раз показать, как ты? Так что вот благодаря ансамблю скрипачей так еще... Нам повезло, то, что мы как бы попали именно в те составы. Вот в детстве больше малышей вывозили, да, вот пару лет назад. И мы как раз были маленькими, попали вот в этот момент. Да. Вот. Потом через какое-то время стали именно взрослый состав вывозить. Мы тоже как раз подросли и туда тоже попали. Так что больше всех ездили в Сахабике. Да. Повезло нам просто. Да. Да. А личный рост? Хорошо играю ноты ми и си. Да, это наша фишка. Конечно, да. На самом деле, вот каждый раз мы играем вот это мисси-мисси, да? Каждый раз такие, как будто свежие чувства. Вот мы буквально, вот ты не поверишь, мы вчера только прилетели с Туркестана, а там вот мы тоже играли мисси-мисси. То есть, действительно, «Прелюдия Аллегро», мне кажется, это произведение, которое навсегда останется в нашей жизни. Нет, ну действительно, у каждого же, даже у... У любого артиста есть такая своя фишка, да, которая всегда, ну, будет востребована. Конечно. Да. Вот. Ну, так и у нас это «Прелюдия Аллегро» и «Навар». «Навар», да. Да. Next question. Классный вообще интервью, вот подкаст наш получился. Давайте теперь сделаем такой короткий совет вот тем студентам, которые сейчас учатся в колледже, в школе. Вот как преодолеть вот волнение перед выступлением? Просто маленькие короткие ответы. Ахмедьев, пожалуйста. Сама не знаю. Если честно, как бы вопрос довольно-таки, да, непростой. А как преодолеть волнение? Я думаю, никак. Вот просто это как бы чисто мое такое видение, да, то, что когда вот, допустим, исполнитель, музыкант, да, выходит на сцену, он не может не волноваться. Да, естественно. Это, да, то есть и такие вот большие, высокие метры, они тоже все же волнуются перед тем, как выйти на публику, перед тем, как сыграть правильно. То есть еще есть такое понимание, когда если в зале есть критики, музыкальные критики, это тоже очень волнительно, когда ты знаешь, кто сидит там и кто тебя оценивает. Но если говорить так, то... Просто нужно верить в себя, в свои возможности, да, и, соответственно, думать всегда то, что ты самый лучший. Допустим, меня так мама всегда вот, да, говорила с детства. А почему нет? Доча, вот всегда выходи на сцену так, то, что ты самая лучшая. То есть все это... вокруг?
Ну, где-то тоже имеет место быть. Это, наверное, просто чтобы себя успокоить, конечно, скорее всего. Да, да, и здесь, конечно, уже вырабатывается такая вот уверенность, да. То есть, да, вот сейчас на сцене это мое время. На самом деле реально легче, когда, конечно, оценивать не такие там сильные музыканты, а то есть обычная публика, ты играешь как-то свободнее, что ли? Угу, да? Да. И, да, самое главное, ими вот как бы здесь в голове держать то, что действительно нет тебе равных. Mm-hmm. Вот если ты выходишь с таким настроем, уверена, все будет классно. Жбек, вы как скажете? Ну, не знаю, для меня лично большой авторитет — это наш ректор, Аймон Кожебекова. Да. И как-то с детства я привыкла во время выступлений представлять себя как бы вроде нее, как правильно сказать, даже, да. Вот. Я Аймон Кожебекова. Ну, я очень просто хочу быть похожа на нее. Вот у меня вот это с детства вот такая... Как... Достойный кумир. Это. Да, да, и как-то мне даже играть легче, когда вот... Да, вот можно я скажу быстренько? То есть, допустим, вот мне папа тоже говорит: «Доча, выходи на сцену, прям как Аймон Кожебекова. Вот ты же видишь, она выходит прям уверенно, вот уверенно, сияет. Она сияет, то есть она когда выходит, все у всех людей, у публики, у оркестра, у всех прям...» Вот. Да. Это действительно так. Да, да, действительно, вот как бы совет может быть молодым, очень хороший. Угу. Когда вы работаете либо с коллективом, ну, в моем случае, как дирижер, я работаю с коллективом, бывают моменты, когда я не знаю, что сделать. Вроде я все сделал, вроде как написано все это. Но в этот момент у меня всегда включается в голове такое: как бы это сделал мой профессор? И тогда уже... Это выходит, хороший подход, по идее. Да. Тогда уже выходит качество, действительно. Да. Это как я сейчас занимаюсь, у меня сейчас... Ну, сейчас же я один занимаюсь, то есть я сейчас не в Шанхае. То есть у нас онлайн-уроки, да. Но это, ну, не сравнить с этим, да, один на один, да? Вот когда я сам занимаюсь, я вроде играю, вроде думаю, хорошо, но я потом думаю, что бы она сказала? И потом думаю, блин, вот здесь, оказывается, кажется, точно не то. Угу. И так как-то воспитываешь, да, себя. Да, да. Ну и последнее, чтобы не волноваться от Талвара. Мне кажется, надо просто хорошо знать свою... Текст. Не только текст. Увидели, да? Все это вместе. Надо быть уверенным в этом. То есть ты должен заранее подготовиться. Если ты, у тебя там какие-то недоработки, у тебя волнение еще больше увеличится. Просто еще же сцена забирает 50%, получается. Ну, как бы, все равно на сцене это совсем по-другому все. Нужно, ну, я считаю, что нужно быть уверенным во всем на 200-300%. Как бы там 100 еще минусуется. Да. Ну, это... Сравнительно, если сравнить с теми произведениями, которые мы часто играем, мы же уверены в себе. Конечно. Да. Да. Поэтому на то я и говорю, то, что если ты уверен в своих произведениях, все легче получается. Не волноваться. Да. И вот давайте последнее вот задам. Просто коротко так попытаемся ответить. Два слова. Как вы думаете, в чем миссия музыканта? Ваше мнение. Коротко у нас. Да, Талгар, мне кажется, больше готов. Чем миссия музыканта? Да. Ну, это такое. Ну, давайте вот так договорить. Да, договоримся так, что больше, наверное, такой больше философский подтекст, скажем. Тогда будет легче нам уже мыслить. В чем миссия музыканта? Да. А можно я скажу? Извините, да? Да, конечно. А мне кажется, нет просто никакой миссии. То есть музыкант, он на то и музыкант. То есть это человек... Творческий — это человек свободный, то есть нет никаких ограничений, да, нет никаких рамок, то есть я думаю, то есть если говорить так, в чем миссия музыканта, это просто играть музыку и самое главное кайфовать же от самой себя. Ну, конечно. Не получать удовольствие, а кайфовать. Ну, я думаю, это так, да, во всяком случае. Ну да, действительно. То есть... Я не думаю, то, что здесь есть что-то там, в чем миссия. Ну, музыкант это тоже, ну, классический музыкант, рок-музыкант, тот музыкант какой-то. Это же все сферы, все жанры, они разные. То есть в классическом мире музыкант передает какое-то душевное состояние, мне кажется, больше. Да. Мне кажется, нужно просто наслаждаться, вот, и... играть для публики. Что у вас все с кайфом связано? Да? Нет, да, ну это же так. Ну, с душой. Девушки, да. Я думаю, то, что нужно... Я вот не знаю, могу здесь немножко поспорить. То есть не играть для публики, а играть для... Ну, как бы для себя. Для души?
для души, и чтобы, не знаю, мне, я никогда не беру в счет, допустим, а что подумает публика, допустим, о моей интерпретации, то, как я сыграла, допустим, вот это место немножко по-иному. То есть, если я чувствую себя уверенно, если я чувствую то, что, если я получаю кайф от самой себя, то, как я это сыграла, мне уже остальное мнение вообще никак не важно. Нет, я не имела в виду чужое мнение, я имела в виду, что чтобы как бы публика наслаждалась всеми. Но публика, да, то есть как бы грамотная публика, она может это все понять и, конечно же, принять. Ну, здесь и тоже такое вот. Можно немножко поспорить. А как вы думаете, если мы, скажем так, подытожим нашу программу так, что миссия музыканта это является, музыкант является проводником в мир прекрасного? Ух ты! Вот так. Ну, очень красиво сказано. Да. Если мы вот так вот на такой ноте... Можно себе запишу? Запишите. Действительно, да. Музыкант является проводником в мир прекрасного. Да. 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 Ну, это правда. Да. Я рад был очень с вами познакомиться, пообщаться. Спасибо, взаимно. Была очень продуктивная, хорошая беседа. Думаю, много чего может подчеркнуть молодое поколение. Спасибо за приглашение. Да, да. Спасибо. Спасибо вам за все. Давайте на этом закончим. Всем пока. Спасибо. До свидания.